Я очарована. Он так смотрит. Что-то происходит. Я уже вижу Эроса. Тувалханым? Я хочу вам кое-что сказать. Он снова сделает предложение? Что мне ему ответить? Может быть, скажу, может быть. То предложение, что я сделал вам тогда, в тот день, думаю, нам лучше забыть об этом. Ладно. Почему? Это был сиюминутный порыв. Я увлекся. Даже не знаю, зачем я это сделал. Я просто поддался ким чувствам. Это ошибка. Ошибка, конечно. Говорят, у каждого есть подходящая пара. Но очевидно же, мы не подходим друг другу. У нас даже нет общих интересов. Мы такие разные, как похлебка с потрохами и чечевичный суп. Нет, нет, нет. То, что один из нас не любит суп из овечьих голов и копыт, не значит. Нельзя отдать любовь, а потом забрать ее. Это смешно. Ты не приняла любовь, когда я тебе ее предложил? Да. Фактически, я ее тебе не давал. Фактически... Я голодна. Можно меню? Меню? Не могу уснуть. Что нам делать? Не знаю, Хаят. Не знаю, Хаят. Иди сюда. Думаешь, теперь я забуду? Не забудешь. Но хотя бы сможешь уснуть. Расскажи мне что-нибудь. Например? Не знаю. Колыбельную, балладу, песню или сказку. В 39-м царстве, в 39-м государстве жил-был мальчик. Красавица моя, как ты ревновала. Старая тактика всегда работает. Я загнал добычу в угол. Осталось лишь затаиться и ждать. И все. Позвоню отцу. Алло? Папа? Как дела? Мне нужно, чтобы ты прислал денег. Я заплатил 1300 лир за то кольцо. Там камень не больше рисинки. Его видно только, если поднести прямо к носу. Так даже стыдно. Если бы ты ее видел, ты продал бы все. И свой дом, и весь участок. Я куплю кольцо за 7500 лир. Пришли мне денег. Не пришлешь? Ладно, тогда я скажу маме. Скажу. Я приехал в Стамбул, чтобы терпеть это. Я устал, отец, устал.
Не говори так, папа, не надо. Зачем ты? Клянусь, я ей скажу, скажу. Хорошо. Да, отец. Пришли мне денег. Пришли, пожалуйста. Давай, буду очень ждать. Да, хорошо. Моя рыжеволосая принцесса. Мать моих, как минимум, 5 детей. Спи, спи, не просыпайся. Ты смог поспать? Я уснула, пытаясь тебя убаюкать. Тебе стало лучше? Нет, я не спал. Все думал об этом. Не знаю, что делать. Ладно. Идем. Вставай же. Позавтракаем, погуляем. Тебе станет лучше. Так просто я об этом не забуду. Не могу оставаться здесь. Куда пойдем? Не знаю, не знаю. Но жить здесь я не могу. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Остановимся в отеле, снимем дом. А хочешь, поедем к моей маме. Я сейчас же соберу чемоданы. Хаят, спасибо, что ты есть. Иди сюда. Доброе утро. Доброе утро. Aşk laftan anlamaz.